первые два видоса я вырезал, потому что там полный пиздец. Сделаем гадость. Вот в этом доме, между прочим, живет Николай Блазнин, также известный по видео дуэльки КС Сурс Добрый Папуас. Вот. А вот магазин Ярче, да, здесь охуенные плюшки, кстати. По 69-му региону можно понять, что это город Тверь, город контрастов. Урод, кстати, да, урод. Блять. Вот он, блять, красавец советский. Вот он, блять. Качество СССР, блять, не то, что сейчас всякую хуйню делают солидольную. Здесь у нас строится ебучий домик, который, может быть, мы когда-то посетим. Раньше здесь был пустырь, где мы отмечали Новый год 2020-2021. Теперь тут какой-то новострой. Жестокой жизни. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. А я решил заснять такую хуйню. Хотя у тебя есть телефон на 2 часа памяти, но я снимаю зачем на свой, у меня 7 минут. Здравствуйте. И, друзья, продолжая прогуливаться по замечательным улицам тверских городов, мы нашли вот этот артефакт. Не себе хуя. Ебать. Ахуя диван. У меня дома такие диваны стояли лет 10 назад. Может, это он их взял себе. 21-й Волга, кстати. Ну, не черная, но тем не менее. Кстати, в фильме была такая, да, черная молния, такая же была. Да, неплохо, неплохо. Алло. Нашли при Фронтеру. А где Мазаков-то, ваш Мазаков? Где? Хрен знает. Проебался где-то. Опа. Opel. Охуенно здесь, конечно. Канавы. И гигантская буква Z. Хуесос еще написано. А Мазаков, да нету нихуя. В общем, он ушел. Он ушел. Устал. В коридоре есть фильм ужасов. Также известный как подъезд. Диана Райс. Блять, откуда я знаю это имя? Кто это вообще? Здравствуйте, а кто такая Диана Райс? Можно узнать? Просто интересует немножко информация. Бля, рабочий хуячит. Мы продолжаем свое движение. Оп, оп. Чидорог, чидорог. Тайник, который не видно. Тыщ, 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 тыщ. Опа. Нихуя себе, как мы высоко оказались. Пиздануться можно. Мы нашли сгусток зла, и он находится именно на этом месте. Вот он. Охуеть, дорогие друзья. Это реально круто. Да, блядь, ты что ты в кадр-то лезешь? Ну, снимается репортаж, блядь. Я не специально. Дипломная работа. Друзья, слышите, что я выгляжу как чмо? Пальчик вверх. Комментарий и оцените лук. Просто охуенный. Джоггеры, кстати, эти кармашки есть. Да, хайповые, кстати. Хайповые. Вот здесь, блядь, оттянучки, резинки, ой, кроссовки. Всем приехали. Мы приехали. Все. Это выставка в Нормандии. Прощайте. Здрасте, мы находимся в Чернобыле, зона отчуждения. Машины, не обращайте внимания, это сталкеры. Смотрите, я вам сейчас покажу. Это аномальная зона, здесь видно все. Абсолютно все, даже вот. Оператор, если наклониться, вот можно увидеть, птица умерла. Чуть подальше. Можно видеть дыру, которую лично выебал Антон Пикули, сотрудник Навальный Лайф. И после себя он оставил огромную, блядь, кучу говна, потому что он, блядь, говноед и говножор. Просто пиздец. Человек реально ёбнутый. Его, конечно, надо вытеснять с этой планеты всеми возможными способами. Вот. Жалко, что вдуть это не сделал. Я думал, он диверсант на самом деле, убьет его, но что-то не произошло. Вот, он вырыл яму, но насрал мимо, к сожалению. Это ужасно, дорогие друзья. Чернобыль убивает. Здрасте. Мы находимся рядом с Жигулями, синий, 2106. Модель замечательная и очень комфортная. На поршне здесь стоят боковая поддержка спины. Вот. В целом, довольно неплохой дизайн. Я считаю, это один из лучших Жигулей, который выпускал Волжский автозавод. Я могу по решетке радиатора определить.
это примерно 2001-2002 год, завод Ижмаш, скорее всего, да, потому что туда было передо производство последний год выпуска данного автомобиля, а вот надпись 2004 год, я почти что угадал, впрочем, хотя не видел этой надписи. Сейчас выйдет дедушка, который даст нам пизды, потому что мы подошли к его Жигулям, поэтому давайте посъебывать. Мы продолжаем. Да. Мы нашли вот такое замечательное, это мне напоминает просто машина рыбу, которую почистили все, кроме головы, все съели. И осталась только башка. Вот почему-то такая ассоциация пошла. Как видим, здесь стоят амортизаторы совместно с рессорами. Блять, да, это рессора. Да. Замечательная, кстати, конструкция. В общем, да, это такой вот небольшой, он лишь правда проржавел немножко. Но это все хуйня, это так поверхностная закалка, да, там. Это футбол, можно сделать обзор футбола. Сейчас я даже вот так вот приближу. Смотрите, видите, там сейчас. Гол, блядь! Гол забили. Все. Это репортаж, блядь, тверские новости, охуеть. Вот, мы продолжаем наш путь следствия. Следствие вели с лоб-геймингом, и мы рано или поздно придем к Роме Мазакову. Нет, ты когда начнешь смотреть? Все. В общем, есть граница цивилизации Древнего Рима, и вот начинается Россия, здесь Древний Рим. Хотя, может быть, наоборот. То есть, вот, как мы видим, здесь можно делать замечательные закладки. Вот. Но я делать их не буду, потому что я не долбоёб. Я их прячу в более надежных местах. Вот. А вот это вот. Вот как у нас строятся дороги, кстати. То есть, кстати, вот вы едете, допустим, трасса М11, Москва-Санкт-Петербург, и просто неожиданно начинается вот это. Это, кстати, на видео не видно, что свал очень резкий, так-то он вообще жесткий, здесь он пёзнутый. А еще я здесь падал как-то на самокате, но потом выкинул его в реку. Ну и бы нехуй, нахуй нужен тоже. Да? Здрасте, мы находимся напротив Нивы. Еще говорю, здрасте, что ты долбоёб, что ли? Нива 1600, советский год выпуска, это можно легко определить по фарам под ВАЗ-2106, находящимся сзади, но хоть снимаешь все пальцы. Да хуй знает. Вот так лучше снимаю. Или что? Давай. Это кратенький обзор, Нива замечательная. Она производилась с 78 по 93 год, как мы видим, состояние на твердую троечку, хотя даже, мне кажется, чуть получше, потому что гнили я не вижу. Краска немножко залупилась, и она везде разная. Ну какая разница, это ж Нива. Да. Ну такая, блядь, Кося сделала вообще. Она едет, и уже хорошо, уже замечательно. Просто невероятно, мосты, блядь, все как надо. Замечательная Нива, просто кайф. Для души. Лайк. Блядь, она не нажимается на... Пизду. Я фотку еще сделал. Достопримечательности Тверского края не присутствует. Парк Победы, вот видите на своих экранах. Нам за спиной набережная реки Лазурь, но мы не будем ее показывать, потому что там страшно. Здравствуйте, мы встретили... Что я говорю, здрасте. Мы встретили Свободу России. В общем, а справа, вот если показать, то тут обычная Россия. Все это находится на Логане со спущенными шинами, вот можно увидеть. Которому явно не поздоровилось. Хотя я хуй его знает, может там все еще нормально.